Окей. Пойдемте выполнять дальше концовки. Появляются зомби. Причем всех можно просто буквально создать заклинаниями. А я чуть-чуть тормозил. Спас. Так. Там-то выстоял бой с нежким противником. Когда у нас стоп и был весь крови врага. Но это его стоило. Позже он проснулся в госпитале, его излечили. Затем дали приглашение в орден. Дан согласился, ведь он понимал, одному его не справиться с демонами. Он стал вечным защитником человечества. Новый Спарда. Защитник человечества. Ложная концовка номер один. Так, погнали дальше выполнять концовки. Блин, не то. Так, извините. Итак, продолжаем. Теперь главное случайно не нажать. Так, ну вот. Угу. Сразу минус. Бой спецназа кубинка. Капитан Эрми. Да. Вот тут это, конечно, капец. Самое мозга этого, потому что пока он не успокоится, фиг ты что сделаешь. Да, ты повел свою армию, свою демоническую армию, встал на престол ада, Данте быстро подчинил себе все демонические силы и территории. Он вернулся в мир людей, затем поработил его. Данте. Темная империя. Вот, концовка номер два. Так, теперь сейчас будем проверять мою теорию. Она осуществляется в том, что если я пойду
против людей или там демонов, то тогда должна открыться еще одна. Еще несколько концовок, да? Сейчас сомневаюсь, да? Но сейчас посмотрим, вот пойду за людей, да? Так, ну, не знаю, давайте так сделаем. Так, она чуть-чуть помощнее была. Сейчас на третью волну, в общем, перейдем сразу. И сейчас посмотрим, получится или нет. Вот просто тупо защиту будем ставить. Ну и теперь тупо ждем, когда все подобно сольется. То, что мне интересно. Ждем. Ну, снова ставим защиту. Защита. Так. Ну, засчитываюсь. Блин. Давайте вещи какую-нибудь используем. Эфир, например. Сейчас посмотрим, если ничего не произойдет, да, нового, значит, это бесполезно. Значит, это все бесполезно. Так. Гейм овер. Ну, значит, все. Остается последнее, что я могу сделать, это... Что я уже... Единственное, что осталось сделать, это... Сейчас увидите. Уйти. Ладно. Да. Да, начать. Да, экзорцисты и экзорцистки.
А вот так мужчина. Обычно так мощнее. Так, ладно. Экипировка. Лучше. Фух. Два пастуха драконов, блин. Самое лучшее. Нормально, да? Так. Так, я сейчас кое-что посмотрю. То, что я точно не помню насчет этого момента. Ага, это еще, по-моему, не то, да? Ну-ка. Да. Ну, в общем, это половина всего, что было усилее. Боками мне получится драться неохота, так что сделаем так. Так, ну тут сейчас, по-моему, последняя миссия начинается, да? Угу. Окей. В общем, сейчас я хочу последние штришки по прокачке сделать и как бы все. Так, я, конечно, хочу еще одну потом гипотезу проверить. Автор, ну, автор заявлял 6 этих концовок там в игре. Ну, я не знаю, я 4 точно нашел, а остальные 2 я не знаю. Так что, извиняй. Я чат-то не в карсях. Самое убийственное то, что если дойти до этого момента, да, я вас задолбаю сейчас, готовьтесь. Так. Ну, готовьтесь, готовьтесь. Сейчас тут я... А, кстати, я при помощи экспейдера поставил все управления на геймпад, если что. Так. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. А почему бы и нет? Пусть и так и будет у меня. А ладно, и про ворса пусть.
Ладно, вещи. Сразу видно, я задрот отски. Я, кажется, понял то, что я ухнулся, потому что... Потому что сейчас за удачу, по-моему, буду качать, там шанс урода должен увеличиться. Ну и пофиг. Так, в принципе, ладно. Так, сохранюсь. И погнали. Ну и потом, как мною принято в конце моего прохождения, я скажу мое мнение об Игоре. Ну, хотя многие уже должны понимать, какое у меня мнение насчет нее. Да. Я удивился, если бы тут бы, знаете, была такая ссылка насчет того, что это... Там вот спойщик, не вот спойщик я. Ну хотя вон комп стоит, уже можно предположить. Да. Да. В общем, это та самая деревня из сериала. А если быть еще точным, из самого моего старого мира, да, который уже давно как бы не существует. Ну, увы, вот как-то оно так. В конте было три статуи. Ангел, демон и дракон. Дракон означал бой насмерть. Так, спецнавык, убийца. Ладно. Да, сразу вспоминается еще один момент. Так, я хочу кое-что проверить по экипировке. Да, лучше не поставишь, так что он. Mm-hmm.
Угу. И появляется...